Оснований привлекать к ответственности нет. Полицейские не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, которая выбросила щенка из окна. Напомню, это произошло 1 мая. В этот день жительница дома номер 13 по Холмогорской употребляла алкоголь, чего, собственно, сама и не скрывает. От удара о землю пес погиб. Однако после проведенной проверки сотрудники полиции не нашли достаточных оснований для того, чтобы привлечь ее к ответственности за жестокое обращение с животными.